Совпадение 1 на миллион. На этом фото запечатлели момент, где все игроки и судья находятся в воздухе. Неожиданный ракурс превратил котенка в кота с большой головой. Огромная голова на этом фото. Присмотритесь, и на мордочке этого кролика вы увидите еще одного черного кролика. А здесь парень нашел портрет своей собаки внутри банана. Вы скажете, это просто смешная корова, но присмотритесь внимательно, у нее на лбу два человеческих профиля лица. Странные покупки из интернета. Этот странный колючий массажер называется Дикобраз, и, как говорят разработчики, он способен вас избавить от стресса. Зато этот странный массажер складывается удобным образом и помещается даже в дамской сумочке. Смотрите, как девушка удобно его расположила на голову. Она сейчас, видимо, избавляется от стресса. А вы бы купили себе такой массажер? Напишите в комментариях. Эти вещи кажутся съедобными, но на самом деле это не так. Некоторые из вас хотели бы такие шоколадные трубочки огромные. А эти горы очень похожи на нарезные огурцы. Что? Это вам покажется, что это вагон пельмешек или хинкали? Нет, это не яичница. И вот это тоже. Многим может показаться, что в этих вагонах огромные буханки хлеба. А это не мясо, а мыло. А вот это не оладушки, а грибы. И вот это не сыр, это губки.